Всех приветствую. И сегодняшняя тема нашего открытого вебинара — это Alert System Wallfix. Собственно, что это такое и как будет развиваться это направление и почему мы это направление выбрали на данный момент. Помимо разного типа поисковиков, вы знаете, у нас есть и поисковики по интервалам, по тиковым данным, по периодам в компонентах. Здесь, если обратить внимание, есть даже Delta Search для арбитражных торговых стратегий. Но все эти поисковики, они выполняют более важную роль в процессе разработки торговых стратегий. А в период, когда трейдер торгует и ждет ту точку, тот уровень, те ситуации, те модели, большинство трейдеров торгуют в одиночку, и приходится несколько потоков информации обрабатывать одновременно и желательно ничего не упустить и не забыть, не перепутать, не сделать ошибки, потому что из этого зависит доход, прибыль и успех, собственно, той или иной сделки. Сейчас эра технологий, информационная эра, и чтобы успевать за этим всем быстро растущим рынком и скорость торговых операций все быстрее и быстрее, нужно больше информации обрабатывать. Поэтому команды еще выживают, в одиночку все сложнее и сложнее остаться в игре, и Alert System Wallfix — это такой скрытный помощник каждому трейдеру, можно так сказать. То есть при каких-то параметрах, моделях и поиске каких-то торговых ситуаций в любом случае есть какой-то ряд критерий. И чтобы даже та же самая модель равнодаленный восходящий либо нисходящий канал при тренде, допустим, вам нужен алерт, что сообщить, если на там фьючерсе на фунт будет выход из равноудаленного канала при там пробитии поддержки. То есть вы можете на этот график даже не смотреть уже и заниматься своим фьючерсом евро либо же там франком, и то есть у вас полностью мысли, сознание, внимание сосредоточено на вашем торговом инструменте, а фунт вы используете, к примеру, как дополнительный источник информации. То есть вам важно, выйдет этот фунт из равноудаленного канала либо же нет. И сейчас вам покажу слайд. И когда это событие происходит, маленькое уведомление, звуковое, визуальное, напоминает, что вот этот момент для вас важен. То есть фактически все рыночные данные, которые идут на сервера Wallfix, анализирует программа, и при выявлении, например, фильтра объема крупного, либо же объема, который вы укажете по параметрам, либо же дельту, либо корреляцию, дельта на корреляцию. То есть алертов списки достаточно большие, причем пока мы только начали в этом направлении развиваться, и всех идей, всех возможностей еще не осуществили. Будет более такая уже профессиональная в дальнейшем, по датам еще пока неизвестно, целый модуль, где будут управления кастомизированными алертами, сложными алертами, которые могут объединяться даже в группы, что фактически приведет к
уведомлению точек входа по торговой стратегии. Потому что если можно комбинировать сложные алерты в разных горизонталях и плоскостях, то не составит труда настроить абсолютно систему поиска и уведомления на ту или иную модель, правильно? То есть, вот поиск модели уже скоро будет известна дата презентации. Я думаю, что вот-вот вы все-таки увидите этот сервис, и после презентации сервиса поисковика будет развитие как раз вот сервиса Alert System. Уведомление, то есть представьте себе, трейдер, к примеру, торгует S&P 500 или индекс RTS. Значит, ему нужно смотреть минимум график самого этого инструмента. Это четырехмониторная система. На одном мониторе в любом случае график этого инструмента, который он торгует. Допустим, даже монитор мы разделим на две части. Вторая часть занимает торговое окно, торговый модуль, окно ордеров, где открывает трейдер сделку и совершает какие-то изменения по приказам. Второй монитор в любом случае направлен на тиковые данные, на тиковые графики и фильтрацию тиковых объемов данных. И это пока самый точный график, поэтому там обязательно, особенно при открытии сделки, также хотя бы тот инструмент, который он торгует, там должен быть открыт модуль Cluster Chart. Это абсолютно оперативно. Все данные по дельте касаемо с разной фильтрацией, опять же, два. То есть здесь мы уже заняли монитор 3 и четвертый монитор. Информация о уровнях сетки, можно даже там несколько слоев на каждом мониторе. И у меня порядка 24 модулей открыто для S&P только. 24 модуля для одного S&P. То есть помимо данных по самому S&P, еще мониторятся данные по рынкам, которые взаимосвязаны с, собственно, фьючерсом на индекс. И фондовый рынок, и ETF-шки разного типа, и другие индексы. Да, то есть 24 модуля, можете себе представить, и это мониторит трейдер один. То есть где-то что-то он не заметил или забыл посмотреть, потому что произошла какая-то быстрая ситуация, смена настроения на рынке, и ему нужно пробежаться по секторам быстро, по нефтяному сектору, по валютному сектору, и пока он это сделает, то есть, причем ему нужно увидеть лишь изменения относительно контрольных точек. Вроде, это достаточно простой анализ, но это нужно делать. То есть, чтобы убедиться, что, к примеру, там другие индексы не ушли ниже минимума текущей торговой сессии. Можно ли покупать по S&P, и ему нужно это быстро посмотреть. То есть так у него стоит алерт на каждый инструмент с определенным маркером, с определенным уведомлением. То есть уведомление есть пока в сетапе, можете зайти alert options, на почту alert может прийти, и звуковые визуальные алерты, причем можно даже звуки менять, советую поменять, потому что тут системные звуки стоят и не всегда они очень подходят. Собственно, давайте поставим алерт на цену, возьмем баровый график по еврику, и пока идет рынок, мы ставим алерт на цену и
на вторую цену на выход из этого коридора. В любом случае будут смс-алерты. Я думаю, что не смс, а пуш-уведомления в дальнейшем появятся. СМС, в принципе, уже как бы, я думаю, это решаемая задача, но более эффективная, и все равно у всех смартфоны, планшеты, поэтому при нажатии на пуш-уведомления сразу перейдете на тот график, который вам, ну, необходимо посмотреть. И в дальнейшем, конечно, ну вот мы планируем в начале 2006 в первый квартал появление планшетной версии, и при синхронизации на разных девайсах, да, ну пуш появится, естественно, только будет версия для планшетов либо смартфонов, обязательно пуш. И синхронизация, то есть вы можете выставить сложную цепочку либо же алгоритм алерта. То есть по сути каждый трейдер ежедневно находится у терминала либо же там у компьютера в поиске необходимой ситуации на рынке. То есть он ищет ту модель, например, голова и плечи. У него торговая стратегия на вход, на разворот, да, то есть на реверс рынка, и он ждет модель голова и плечи технического анализа, и другие трейдеры тоже что-то ждут, какую-то ситуацию, модель пересечения мувингов, еще что-нибудь, там импульсивность рынка, большие объемы, выход из флета, кто-то ждет новость. И если проанализировать, сколько времени трейдер тратит на ожидание этого события и, собственно, активного участия, когда открывается позиция, когда принимается решение, сопровождается сделка и закрывается, то я думаю, многие согласятся, 80% времени это ожидание, и 20% это уже активное действие. То есть, ну, хоть какие-то, то есть чтение макростатистики, либо еще тоже учитывается в активное действие. 80% времени трейдер в ожидании модели, события, процесса, момента, новости, то есть waiting. Если, к примеру, он не ленивый трейдер, то он это время может занять там разработкой стратегии либо сбором информации на рынке, который он инструмент торгует, ну как-то развиваться. Но чтобы освободить свои руки, можно просто включить алерт, выйти из офиса и просто ждать пуш-уведомления на планшет при появлении алерта на ту или иную модель, там совпадение 70%, например. Здесь там цепочка крупных объемов вместе с каким-то периодом завязаны, да, то есть совпадение там 65%. Во, все, вы уже разворачиваетесь из парка, где вы прогуливались, возвращайтесь в офис, поднимаетесь и уже действительно работаете. В общем, вот Alert System Wolfix в виде прайсовых алертов. То есть есть еще алерты уже не то что, ну вот собственно и звуковой, правда, я отключил колонки. Во многих модулях, где есть объем, либо корреляция, есть алерты даже на Hidden Ticks, алерты на тиковые объемы, то есть
Эти все параметры вы можете выставлять, менять, пробовать, экспериментировать. Нам пусть придет iPhone. Не, но вы можете отключить уведомления на почту, просто push уведомления, либо даже в баровом графике есть алерты на объем total bar. То есть, к примеру, вам нужен 5-минутный бар с объемом 5000 контрактов. То есть как только такой бар пройдет, вот он был уже, кстати, пожалуйста, мне сообщить. Все, то есть вот этот один бар, трейдер сидел весь день, ждал его, мог заняться чем-то полезным это время. Все, то есть теперь этот бар не нужно сидеть целый день ждать. Пришло уведомление, звуковой сигнал, видео сообщение, и этот трейдер может заняться чем-то более полезным, чем просто ждать. Максимальный объем в баре, total bar плюс бокс-чарте есть тоже система алертов. Ну как, это пока еще начало большой системы алертов, но большая цель освободить вот это время 80% на что-то, то есть чтобы трейдер мог отойти от терминала, мог заняться чем-то другим и даже не смотреть на график. Причем иногда даже важно не смотреть постоянно на график. То есть такой процесс как бы гипноза в котировке есть, если вы меня понимаете. Если посмотреть долго постоянно на котировку в течение дня, то можно найти любую модель в этом графике, можно найти и продажи, и покупки, то есть это как бы немножко будет и зрение хранить. В бок-чарте даже volume alert, delta alert. По необходимости можете настроить эти все уведомления. Пока на данных этапах они абсолютно бесплатные, то есть ну, в любом пакете Wolfix они уже есть давно, просто ну, мы как бы не делали такой презентации, и ну, давайте возьмем для, ну, 5 поставим просто. То есть, ну, естественно, это очень маленький фильтр, 5 контрактов. И нужно ставить больше. Вот, видите, сейчас будет алерт за алертом. Ну, он указывает, где этот объем прошел, 5 контрактов. Так еще на весь офис должен звучать такой системный звук о том, что вот такой объем прошел на рынке. И чуть-чуть попозже, когда поисковик уже будет настроен, будет такой пульт управления этими всеми алертами, и в дальнейшем он будет расширяться и усложняться. Более то есть вы сможете настраивать не только там объем, либо же цену, периоды, то есть объем в периодах по диапазону, то есть все три плоскости это само собой, плюс еще то есть вот небольшой объем поставил. Так вот это происходит. И скорость сработки достаточно быстрая, так как ну, в том слайде, который сейчас я его назад верну, данные идут на сервера, и затем они структурируются и сейв хранятся. Разложенные по полочкам, то есть до того, как информация попадет на терминал трейдера с пакетом Wolfix, она
как бы идет уже через серверы, там анализируется и ищется все, что вы укажете. То есть фактически котировка доходит до вас уже с отфильтрованной информацией, и алерт очень быстро приходит. Формат аудио WAV. Принципе, по необходимости, я думаю, это будут расширены и на MP3, либо же на FLAC. Расширение, ну, WAV, в принципе, вполне достаточно. Но опять же, там стоят системные алерты, то есть которые берутся из операционной системы Windows. И ну, попозже чуть-чуть мы на каких-то ресурсах звуковых закупим хороший список WAV звуков для уведомления. И будет более приятная такая звуковая палитра. Так что пользуйтесь, тестируйте все возможные замечания, какие-то, может, неудобства, где-то поменять, изменить, улучшить. Мы всегда открыты и общаемся с трейдерами. Тут хотел еще вот тоже полезная вещь очень и необходимая. Volume fixing. Вы можете здесь абсолютно играться с любым интервалом. Причем даже в самом интервале вы можете период указывать, фильтр объема и алерт. То есть минутный настроить, 5-минутный, 15-минутный, 30-минутный, 60. И у вас сразу уже охват 3-5 периодов. И им всем включить алерты. То есть вот Volume Fixing, блокчарте как раз такая панелька, где Fibonacci. Пока не обсуждали такой вопрос. Так, в принципе, вот то самое, что хотел донести. Клиентам рекомендация обязательно посматривать рассылку в System News. Здесь все обновления, которые происходят на платформе, и мелкие даже вот изменения, они некоторые бывают очень-очень полезны и облегчают работу и ускоряют ее. Вот. Особенно прошу заметить на то, что добавлено отображение трейдов, скорость рынка. И вот в рамках проф-курса, который будет 23 числа, вступительная уже лекция, 3 открытых вебинара будет. И как раз вот я затронул тему там по скорости рынка, скорее всего, на уже на следующую среду, 11 числа. Всех приглашаю, приходите, будет интересная тема: волатильность рынка, скорость рынка и насколько это необходима информация и как ее можно применять в торговле, в торговых стратегиях и
Базовый курс с понедельника уже начинается. Те, кто только начинает изучать Wolfix, либо же объемный анализ. И для уже более опытных арбитраж и чтение потока данных в стакане, потока ордеров. Возможно, есть вопросы, задавайте по поводу алертов. Есть ли вопросы по системе алертов? Вот, пока мы с вами общались, уже сработал какой-то алерт. Ну, скорее всего, тот 5 контрактиков, а не я снял. Здесь, скорее всего, по volume fixing. Вот. На все эти периоды выставлены алерты. И вот один сработал уже. То есть, если он мне уже не нужен, я его просто отключаю. Два раза нажав на клавишу мышки, и все. И он мне не надоедает. Будет также расширение по и WP индикатору, и range bar chart. Ну, на самом даже range bar chart мы сделали сразу же, потому что это очень полезная вещь и необходима. New bar alert, то есть при появлении нового бара на range bar chart по параметрам объема, либо же дельты, либо же сайт, все равно, ну, идет сразу же алерт. То есть, ну, де-факто это как бы частично параметры критерия там в начале любой объемной модели, они как раз и помогают определить точное время, когда уже начинается формирование модели. Да, для продвинутых, для тех, у кого есть уже опыт в объемном анализе и торговле. Там не всех еще берут. Вот идут бары новые и идет уведомление сразу же. Таким образом, вы не пропустите ничего, в дальнейшем будет расширяться спектр уведомлений, и вот видите, бокс-чарт тоже нам показал крупный объем за какой-то период, за 5 минут, кажется. Курс для начинающих уже с понедельника начинается. Сегодня знакомительный вебинар. Те, кто хотят записаться на базовый курс, на сайте есть контакты, либо же в Skype Education, либо техподдержку напишите, вас проконсультируют, вы сможете задать вопросы, которые вас интересуют, либо же здесь, пока есть время. Смотрите, звук может прерываться, если интернет слабенький, потому что идет поток, видеопоток. Но в записи у вас на нашем сайте в разделе новости
либо же на канале YouTube вы сможете в записи посмотреть этот вебинар еще раз. Пока да, пока только с включенным. Это интересная тема, потому что в офлайн режиме тоже очень много полезного происходит, и неохота это все пропустить. Ну, задавайте вопросы, если есть. Если нет, тогда встретимся в пятницу в 20:00 на Wall Street Online. Приходите, ссылка та же, все, ничего не меняется. 20:00 по Москве. Жду всех на Wall Street Online. До свидания, пока.